Вот такая коробочка пришла мне. Заказывал несколько дней назад. Уже доставили курьером. MyToys такая фирма. Сейчас я ее открою. О, как бы там не порезать еще. Там костюмы детские. Так, сейчас я... Так, что внутри? Внутри бланк возврата тут какой-то. Условия продажи товара. Тут какой-то буклет дарим 600 рублей при покупке от 4000. Так, ну короче, это нас меньше всего интересует. Открываем. Распаем. Первый. У нас такой костюм. Так, костюм мушкетера. Должен быть. Шпага тут. Открывается он. Упакован хорошо. Крыли. Так, шпага у нас. Такая алюминиевая шпага. Почему я начал со шпаги? Не знаю. Почему-то мне пришло в голову начать со шпаги. Итак. И главное, что повредить нельзя. Видите, там... Ну, посмотри на саблю. На саблю. На шпагу посмотри. На шпагу, наконец. Наконец. Видишь, то, что нельзя повредить друг другу. Такая шпага, видите, примечательно. Здесь на острие такая клепка, чтобы никого не поранить. Она гнется. Здесь все красиво и аккуратно сделано. В принципе, шпага нормальная. Дальше что мы имеем? Дальше у нас примечательная шляпа. Вот такая вот она. Шляпа, кстати, сделана очень с пером. Красивая шляпа такая. Немножко она помялась. Но я думаю, так и должно быть. Кстати, на себя надел. Держится очень хорошо на голове. Тут как хранить списание. Дальше у нас сам плащ. О, кстати, тут штаны есть. Такая написано пуговка, сказочная мастерская, маленьких костюмов. Такая накидка с крестом. Ну и штаны. Это первый костюм. Это костюм на маленького ребенка. Сейчас на большого. Ну тут, в принципе, то же самое. Шпага. Шпага, как я заметил, неплохая по безопасности. Ну, я думаю, что она не сломается. Опять же, накидка красная. Такая, ничем не пахнет. Беру для обычных китайских товаров нюхать. Посмотрим, как прошито. Здесь, наверное, не будет видно, но прошито очень замечательно. Два слоя прошивки, сколько я тут вижу, сколько я понимаю в этом. Обойма здесь, как это называется, тоже очень хорошо тут сделана. Короче, товар качественный. И штаны. Штаны тоже, как обычно. Но... Кстати, мне материал нравится. Материал никак. А вот даже здесь вот зауженные. Материал как будто не один раз на карнавал сходить, а гулять. И шляпа. Здесь шляпа немножко побольше, красное перо. В принципе, вот такой вот набор. Я рекомендую. Вот так это выглядит на детях. Шапку одень. Или как это называется? Вот, в принципе, довольно приличные костюмы. Вам нравится? Да. Вот, так что рекомендую. Ссылка будет на них в описании. Постараюсь, да, выложить. Сегодня-завтра.